К нам в этот, в организацию хотят люди взрослые вступить, лет по 20. Нормально. Куда ты едешь? Радух, куда ты едешь? За ящиком. Ящик. На контейнер, ага. А чё, может быть, погнали до ящика, Мишка вам сказал? А, вон, ни хрена себе, поехали, но мы не готовы. Ну, чуть-чуть готовы. У меня там есть пару патронов. Ребят, чё, летим на контейнер. Сейчас буквально весь штат ломится туда, потому что контейнер на Радмире напоминает, друзья, это что-то вроде бы аирдропса. Ну, для тех, кто играл в Battleground, знают. Ни разу я еще не видел, что внутри контейнера, ну и, наверное, навряд ли увижу, что сейчас, но, по крайней мере, испытать удачу это далеко не грех. Хотя бы попробовать, потому что конкуренция лютая. Ну, пожалуйста, тут со всех щелей тачки появляются. Ну, мы, кстати, едем сейчас на РС-8, это вообще просто В-10, тачка-пушка топит, она из обновления. Это же из обновления, да, машина? Жень, за новым тачком. Тихо. Гелик, говно. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, красные нас догоняют там на гелике. Да, конечно, меня водило. Ладно, мы сейчас, по крайней мере, понаблюдаем. Пацаны уже там пишут. Машина не для дрифта, конечно. О, что-то они развернулись. Да, все разворачиваются. Контейнер, потому что уже едет. Значит, уже кто-то захватил, ну, не то чтобы захватил, подобрал контейнер. Чтобы подобрать контейнер, это просто нереальная процедура. Там нужно всем отрядам, грубо говоря, задействовать все силы, чтобы хоть как-то его подцепить, зацепить. Ну и тоже второй момент, это перехватить этот контейнер. То есть дотащить его до своей базы. Это очень непростая задача, потому что давка очень сильная. Я не понимаю, вообще, куда мы едем, но стараюсь ориентироваться по карте. Там ящик уже забрали, если что. Да я понял, мы летим. Ну смотри, я правильно еду вообще? Но это наши союзники, это им надо помогать. Ну хотя бы сопроводимы. А, уже купил информацию, что это наши союзники, как оказалось. Все, прямо, гони прямо. Лечу. Тоже надо, блин, удержать эту машину на грунте. Тормози. Стой. Все, стой. Он отдаляется. Блин, что за херня? Я не могу, короче, вместе. Может, не догоним? Да, может, догоним. Женя попытался тпхнуть, но безуспешно. Можно было бы не пробовать, в принципе. Так, попробуем заехать на мост. Ой, тоже все безуспешно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, дайте нам проехать. Ребята, дайте нам проехать, пожалуйста. Дайте проехать, уберите КамАЗ. Дайте проехать, КамАЗ. Ваши документы, пожалуйста. Ваши документы. Ну все, так таким темпом мы точно не успеем. Ладно, придется объезжать вокруг. И почилил дальше. Ладно, тогда чё? Едем выбивать автомобили контейнеров. Ладно, тогда что, друзья, едем сейчас с контейнера выбивать мне тачку. Хочу открыть 10 контейнеров и забрать одну самую понравившуюся мне машину. Конечно, блин, выбор будет очень тяжелый, но посмотрим, что будет. Походу, сюда контейнер добавим. Ой, не контейнер, а этот ящик доставили. Вот эти наши союзники, да?
опачки, а мы проехали. Да, ребят, буду сюда и дам. Короче, что бы ты хотел видеть? Просто движ какой-нибудь, какую-нибудь разборку или что? Ну вообще что-нибудь, да. Останавливаем автомобиль. Я пошутил. Одному нельзя. Нужно делать сообща. Ну просто воспользовался случаем. Всегда ли так? Ну понятно, блин. Короче, у нас не получилось, блин, захватить этот долбанный ящик, потому что его уже там пришвартовали на базу. Сейчас едем, откроем 10 контейнеров и, ну, получается, 10 тачек я выбью. И выберу любую, которая мне понравится. Кто у нас вообще? Ты какое место в банде занимаешь в семье? Я? Да-да-да. Блин, я не знаю даже, что так сказать. Канцелярия. Канцелярия, то есть заместитель. Да, я честно... Да, я, честно говоря, думал, канцелярий – это типа консьерж, который дверь открывает, но нет, вроде это нормально. Не-не-не, это мощный тип. Это всегда был вот Лакоза Ностра, например, это 9-й ранг вообще. Не знаю, как здесь. Пока еще не знаю. Ты как так увернулся от этого? Не знаю. Препятствие. Управляемый кэшаут, это будет управляемый, конечно. Так, я так понимаю, я сам буду забивать контейнера, да, и сам открывать? Нет, я тебе буду делать, а ты заходи просто. А, ну давай, давай. Ну мы только сейчас посмотрим, что тут вообще, кто и что здесь мутит. Там кто-то чем-то занимается. Да. Маску одел? Ты маску одел? Да, да. Сейчас чекнем, кто тут, и выберем себе контейнер, который будем открывать. Это как у нас в Алхане, а пиздец. Оскар, браток, а кто здесь? Маршрут, я. Здорово, пацаны. Мы тут колдуем. Ой-ой-ой, не, пацаны, вы чё там? Мы колдуем тихонько, тут колдуем. А, Семён тут открывает, да? Нет. Ладно, Семён, пойдём тогда на другие там. Чё, Паш, пойдём? Семён, иди колдуй. Так, я предлагаю цифру 7. Может быть, я предлагаю 7 побомбить, попробовать, чисто одного. Дороже. Дороже. Так, сейчас выбираем контейнер какой. Вообще абсолютный рандом. Это с элиты начнешь? Короче так, Паш, у тебя нет квартиры и дома нормального, чтобы было дофига этих гаражных мест. Поэтому тебе реально нужно будет идти контейнеров, выбрать одну машину для себя. То есть, или рискнуть и сразу ее взять, допустим, в середине, и, допустим, остальные открыть, или подождать и выбрать себе какой-нибудь классный. Могу тебе сразу два делать, или будешь один и тот же бомбить. Ну, один и тот же, шансов больше, что один и тот же. Ну, что что-то интересное будет. Слушайте, а есть подешевле контейнеры? Сейчас нету, не будут в 12 вот на задних рядах. Так, поставил ставочку, что нам тут выходит, что нам выбивается. Есть, ну в 12 будут на задних рядах. Там первый. 4, 3, 2. Браток, если хочешь, я тебе буду советовать, стоит ли продавать или забирать. Все, можешь открывать. Идем открывать. Открыть. Ого, почти как у тебя. Не, ну это шляпа, это конечно шляпа, да. Китайская, с Алиэкспресс. Продал. Капец, вот если пацанам такая шляпа выпадает, как они ее продают? На каком авторитете? Ну или на рынке, или... Ну вроде здесь самое выгодное продать его, в общем. Да ё-моё, это что, BMW i8? Это не помню. Продавай, но это опыт. Это жесть. Так, со второго раза не повезло. Ну пока все плохо.
Люцифер, а что, может, после контейнеров замутим что-нибудь, поедем на прием. Подожди, это что, тоже китайская разве? Да, тоже фигня, да. Да ладно. Ну она тоже вроде как пальцы. Сзади Маруся вообще какая-то. За 2 миллиона 100 я ее продал. Едем дальше. Уже 3 минуса, короче. Так, мы пока в минусе на 7 миллионов. Денежку накиньте, я просто этот зарегистрировался только 156. Денежку накинул. Алексей, ты еще поиграешь, чтобы тебе денежку накинул. Ну еще поиграй. Работают. Все же работают, зарабатывают, пацаны, что там. Да, а у нас ничего.